Спасают от большой воды в Казахстане не только людей, но и домашних животных. Собак и кошек отдают на передержку или распределяют по приютам. Там их потом ищут хозяева, эвакуированные из затопленных районов. Одна из таких трогательных встреч произошла в Костанае. Мужчина пришел навестить своего питомца. Пес по кличке Димка сильно переживал расставание с семьей. Волонтеры рассказали, что он постоянно лежал и практически не выходил из будки. Зоозащитники даже подумали, что овчарка заболела. Когда пришел хозяин, Димка сделал вид, что не признал его и обиженно отвел взгляд. Но обида быстро прошла. Через несколько секунд они уже обнимались. Димка никак не хотел отпускать от себя мужчину. Владелец сам отдал собаку в приют, когда спасался от большой воды. Его с супругой эвакуировали. Но пока забрать Димку некуда. Так что за ним какое-то время присмотрят волонтеры. Зоозащитники говорят, за время паводков в приюте добавилось больше 200 животных. Их искали по затопленным районам с помощью квадрокоптеров. Волонтеры надеются, что жители не забудут о своих питомцах и обязательно за ними придут. Они этого очень ждут. Когда Сергей ушел, конечно, Димка был очень напуган, он боялся и прятался в будке. Но когда у Сергея появилась возможность навещать Димку, Димка сразу преобразился, он стал радостным, довольным псом, виляющим хвостом. Сейчас Димка уже больше нам доверяет. Это очень ласковый, добрый пес. Он продолжает находиться у нас на территории, потому что у Сергея нет возможности его забрать домой.